была равная. И в Ростове всегда очень сложно выигрывать, потому что команда очень агрессивная, оказывает большое давление. У Ростова на один день, на сутки было больше отдыха, чем у нас после Кубка. Но я восхищен игроками нашими, которые за такой короткий период смогли восстановиться. И самое главное то, что последние минуты, это минут 10 мы имели много моментов, и было очень хорошее движение, много выигрывали борьбы. Ну, вознаградила, наверное, эта борьба вознаградила этим голом, который принес победу. Ну, результат матча всегда по игре. Я не видел там, где наши игроки ненадежно действовали. Всегда какие-то полумоменты, тем более играешь на выезде при полном стадионе, полумоменты у хозяев возникают. Ну, я особенных проблем не видел. Ну, я бы не стал называть и Дейра, и какого-то другого игрока так быстро. Или хороший он, или плохой. У нас все время либо черный, либо белый. Давайте подождем время. Сегодня он хорошо вышел тем, что он же форвард, он должен забивать голы. Выручил в этот ответственный важный момент, он высокорослый. Если бы в этой ситуации не было высокорослого игрока, наверное, гола бы не было. Жизнь продолжается, посмотрим дальше.